Меня зовут Ирина, я зарегистрирована на сайте «Только Анастасия». Я хочу немножко рассказать о себе. Я живу и работаю в прекрасном городе Одессе. Наш город очень интересен, и я его очень люблю. Люблю я также свою семью. Одно из моих увлечений, а у меня их много, это путешествия. Я много где побывала, очень много увидела, но также очень много хочу еще увидеть. Я очень люблю животных, занимаюсь конным спортом в свободное от работы время, большим теннисом, дайвингом. Люблю своих друзей, собирать дома компании. Сейчас все свое свободное время я отдаю своей собаке. Я его очень люблю. Это чихуашка Лев. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы была крепкая, надежная семья. И чтобы были детки. Для того, чтобы исполнилась моя мечта, мне хочется найти надежного, верного мужчину. Сыграть шикарную свадьбу. Построить дом с бассейном у моря. В ближайший год я хочу видеть себя в семье, в счастливой, в крепкой, с любимым мужем. Я буду готовить своим деткам. Мы будем вместе путешествовать, будем развлекаться, будем строить крепкую, надежную семью. Но для этого мне нужно найти доброго, милого и умного мужчину. Для меня ум и доброта – это самое важное. И жду в Одессе. Приезжайте.